Но по поводу беспредела, ну, не жалуются каждый месяц. Ну, в смысле, не каждый месяц, каждый день. С чем мне разбираться? Единственный вариант — это только менять модераторов всех. По-другому разобраться нельзя, потому что, ну, с каждым конкретным случаем разбираться — это пиздец, сколько времени уйдет. Мэви, там надо что нажать? Что здесь? А. Это электричество? А, да. Кто стреляет? Бля. Патронов 4 штуки. Ой. Пиздец, минус 4 патрона на одного человека. Достойно. Музыка не в тему, кстати. Мне не очень нравится. Дробовик бы взять, блин. На него патроны есть-то еще. Но никак. Очевидно. Я не понял, почему у меня на калаш много патронов. Где я их подобрал? Мне было мало. Так, ладно, если что, на калаш поставлю 4x. В крайнем случае. Да где пищит? Я не знаю, где пищит. Где? Прямо здесь же. Вот прямо здесь. Да это невозможно просто. Да где? Куда ты взялся? Мразь. Куда взялся? По идее, я могу сейчас подобрать дробовик. Но хочу ли я? Там опять какой-нибудь апгрейд проебется, я не хочу рисковать, если честно. Придется, ну, так. На уебищничах. Артём, не нашел! Скорее, каждая секунда на счету! Я лутаюсь. Мне нигде таймера нету. Если в игре таймера нету, значит можно двигаться с любой скоростью, разве нет? Ну, типа, я так сужу. Если таймера нет, значит я могу, ну, тратить сколько угодно времени. Знаете, что меня смущает? Когда стреляешь шапку, чел не умирает. Это реалистично? Типа, с него шапка падает. У тебя оружие? Откуда у тебя оружие? Я думал, без оружия. Я ждал, пока он подойдет. Откуда у них всех оружие, блядь? Блядь! Я не вижу ни хрена там. Ах, сука! Пидорасик. Короче. Музыка не в тему, раздражает. Надо 4x ставить. Раз нету револьвера.
тут спасаем. Где, блядь, пищит всегда? О, приколёхи. Где пищит? Музыка ни о чем. Отрубите музыку, еще и громко включили, бля. Взять за глотку! Что с топором? У тебя аномалия с топором, чел. Вот-вот бита была с шипами. Нет, два молотова есть. Можно их разобрать на бутылочке. Куда молотова ушли? Кто пищит, блядь? Здесь? Стенки, наверное. Где, блядь? Это так неудобно. Реально тяжело. Не понимаю, где. Правильно, шо. Я должен протиснуться тут-то? Кто пищит, где? Оу. Какой-то новый прицел, по-моему, я нашел на калаш. Приятничах. Понимаю, здесь не пройти. Где? А, чел. Где? А прямо здесь? Где? Где? Почему он не берется? Ой, бля, я не знаю где. Скрафтим аптечку. Скрафтим одну минуту. Оу. Я появился какой-то новый прицел на все виды оружия, судя по всему. Ночной прицел. Интересненько. Давайте оденем ночной прицел сюда. А ну-ка. Это какой-то, он типа, он с увеличением? Да где пищит? Сколько можно? О, это эта коробочка пищала все это время. Там 7 бутылочек, достойно. Пачки, 7 бутылочек, достойно. А чё я сюда пришел, вопрос? Я думал, здесь, ну, здесь идти дальше, а не там, где по тема. Думал, там протянемся. Ладно, идем обратно. Больше ничего не пикает. Так меня же аж парит газом. Чешо. Меня аж парит, чикак.
Оп, подгорел. А тут пройти нельзя, охуенно, блин. А в чем прикол? Я должен додуматься, как затушить или что? А почему я сгорел именно, блин? Тот чел не сгорел. Я, он до сих пор под этой темой. А, вот проход, все, видишь. Я не посмотрел, что изначально. Ебаные боты, бля. И я имею в виду... Эй! Это первая дырка, как я понял. В этой параме кидали. Сука, дауны. Чего он не умер? А, он умер. Фу! А! Фу! Фу, блять! Блять, что за мухи у меня на экране? Мою. Что с тобой, чел? Почему мои штуки пропадают? Мясо пришло, согласен. Там туалет был какой-то закрытый. Да, войти нельзя было вперед. Чем открывать? Че? Ну, логично, забавно. Какой-то апгрейд нашел новый, судя по всему. На интересный чек. Лазер. Невидимый луч этого красного лазера создает на цели очень небольшое пятно, которое можно видеть только с прибором ночного видения. То есть его нужно вязать только с прибором ночного видения. Патроны появились. Это реально открыть? Надо думаться или чё? Или надо что-то найти? Или тут надо пролезть? Я мог.
забейте. Возможно, это слишком сложно. Что подумал, пацанчик? Что такое? Что такое? Что такое? Сюда можно полезть? Можно сюда полезть? Меня видят? Да где, блядь, пищит? Вот так-то лучше. Я его не видел, блядь. В смысле? Вот и убили. Ты как думал, оно работает? Если рашит челика с автоматом с мили оружием, ну не знаю. Ну ладно. Ебанутые, сука. Приехал. О, это было критическое. Ваши приколы? Appreciate. Как по-русски? Тяжко.